Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России номер 22 по Московской области приглашает жителей Одинцовского округа всех возрастов принять участие во всероссийском налоговом диктанте. Проверочную работу в формате онлайн-теста можно будет написать с 17 по 30 мая. Диктант поможет оценить и повысить уровень своих знаний в области налогов и налогообложения. Каждый участник получит электронный сертификат.